Ленинград, Питер, вторая столица нашей державы, город, от которого зависит очень многое. Здесь блестящая промышленность была, великолепная наука, лучшие вузы. Сегодня мы все терпим тяжелые поражения. Ваш бюджет формируется почти на 2/3 из нефтегазовых доходов, хотя в вашей области и городе не добывается нефть. Поэтому наша задача максимально поддержать базовые отрасли производства, науку, образование и все граждане страны. Мы подготовили программу, причем в подготовке этой программы участвовал и возглавлял Нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. Вместе с командой, вашим отделением Академии наук, в этом участвовали все ведущие специалисты, предприниматели, деловые люди, ученые. Я хотел прежде всего ознакомить руководителя вашего города с нашей программой, с нашей командой, с которой мы идем на выборы, и с нашими предложениями. Мне кажется, это будет обоюдно интересно. И одновременно выслушать его пожелания, потому что он недавно пришел в город, есть какие-то планы. Каким бы партиям мы не принадлежали, но развитие экономики страны и таких базовых центров, каким является Ленинград-Питер, для нас всех исключительно важно. Все, что связано с гражданами страны, их образованием, здоровьем, их работой, их зарплатой, стипендии, пенсии, для нас важно и интересно. Поэтому внимательно выслушаем и, думаю, этот диалог будет взаимополезен. Спасибо большое.